Алло. Андрей, привет. Ну чё, я поймал. Ну большую. Ну как ты думаешь, какую? Всем привет! Я сегодня снова приехал на реку Лупь поджиговать. Решил еще один раз порыбачить до запрета. Сегодня чудесная погода, правильный ветер, хорошее давление, уровень воды в норме, то есть низкий. Вода еще прозрачная. И значит, сегодня можно кого-нибудь изловить. Не буду совершать опять ошибок. Соберу сразу подсак на всякий случай. Мало ли. В прошлый раз вышло не очень. На улице с утра минус 2. Сегодня передают очень тепленькую погоду. Начать я сегодня решил, можно сказать, с классики. Релакс копыта, 10 сантиметров, салат. Такая приманочка. Небольшая. Попробую сегодня на поклевке поработать. Стою на глубине 3,5. Умеренное течение. Много бели. Должен быть где-то хищник. На ухолоте есть некоторые длинные тела, но немного. Выглянуло солнышко. У меня уже 4-я перестановка и ни одной поклевки. Иногда задеваю за бель, но хищник пока молчит. Щука любит поспать на бель. Вот опять в кого-то воткнулся. На подмотке. Так, ну что, время идет. Я сменил точку кардинально. Позвонил мне товарищ, он плавает, Макс. Он уже поймал тут две щуки. Одна неплохая. И я сорвался с того места, поехал сюда. Только-только приехал. В ухолоте кто-то есть. Здесь такой тупичок. Есть канава. Островочек отбивает течку основную. Соответственно, тихое течение. Ну и бель тут трется. Буду сейчас пытаться здесь кого-нибудь найти. Очень хочется уже какую-нибудь поклевку почувствовать. Толстые щуки. Так, на месте на том ума не дал, на втором. Приехал сейчас по дороге, ехал, новое место нашел. Стоит бель. Сейчас буду пробовать ее обгуливать. И кого-нибудь пытаться изловить. Тут получается сзади меня идет коса поперек, 1,5 метра глубины. Подо мной 4,6-5. И прямо такая затишок. Должна быть рыба хищная. Белая точно есть. Из-за последней рыбалки это самая большая. Кто-то тюкнул. Или судачок. Что это такое? Ничего себе, тюкнул. Вот это да. Как вам такое? Ничего себе, окунишка. Грамм, наверное, 900. Вот такой красавчик. Стоит. Стой. Заживал. Ну такой-то на уху прямо. Ого.
Так, ну что, уже неплохо. Рыба уже есть, и поклевка уже была. Я думал, судачок мелкий. Я с утра здесь вниз шел, проходил, видел большую рыбу какую-то. Ну, как бы так точку запомнил. Обратно, когда вверх шел, увидел, что есть много бели. Вот туда к ребятам съездил. Там вообще без поклевки. Ну, как обычно, с утра они поймали две. Пока я приехал, уже все. Так, ребят, у меня новая точка. Пришел я на судаковое место. Под другой берег, здесь уже мутная вода. Поставил мандулу, и у меня первый судачок. Подживал. Глубина 3 метра, течка сильная. Стоит леща много. И тут же трется судачок. Давай на уху, само то будет. С окунем. Ну, грамм 600, наверное, 700 даже. На камеру, как обычно, кажется 200. Но по факту неплохой. Судак так судак. Приехал сегодня за щукой, поймал окуня судака. Ну, щуки здесь вряд ли, конечно, будет. Ну а дальше, как обычно, включил камеру. И ниточка. Даже за бель уже не задевает. Так, ребят, у меня ЧП. Я кого-то подбагрил. Без поклевки. Кто-то очень тяжелый. Ёлки-палки. Если у меня крутит фрикцион, то это прям... Кидрит Мадрид. Тунец. Не меньше. Щука. Вот за тобой-то я и ехал. Намотала. Не пойму, наклюнул или нет. Ого, так, щука-то серьезная. Что-то шнур вокруг пасти, вся намотана вокруг. Сейчас будем разбираться. Нет, тут плавник забагрилась. Крутит вообще. Так. Очень хочется взять тебя, слушай. Стоит колом, вообще не идет. Так, надо не форсировать, аккуратненько крутит. Видимо, понимает, что она забагренная. Очень тяжелая. Еще и боком встает. Да, ситуация. Давай сюда заворачивай. Опа. Нашли дурака, говорит. Отлично видит пацачек. Есть, ребят. Ни хрена себе. Все, аж это самое. В общем, встал по рыбе. Так, давай-ка я тебе лодку занесу, подруга. Ну, вот так вот я за ней, в принципе, и ехал. За одной. Так, маленько отдышаться. Очень серьезная щучка. Если она на затянутом фрикционе его разматывает, на зилюне, то это прям
Это о чем-то говорит. Я, если честно, уже приуныл, время пол второго. Встал по рыбе, по ней, в принципе, ее видел. Обкидывал. И на нее попал. Так, погоди. Взвешивать я тебя потом буду. Сейчас куда тебя девать? Вопрос. Отцепить. Ну, я думаю, за десятка. Открыл сезон нормально. Фух. Вот это она дала. Так, все намотала. Надо снимать приманку. Вот это да, вот это щучка. Ну, в принципе, больше мне весной не надо. Я уж года 3 или 4 пытался поймать здоровую щуку весной, и никак не получалось. Так, вылез сразу на берег, потому что рыбачить уже бессмысленно. То, что я хотел, я уже поймал. Фух. Адреналинчик прямо-таки прет. Это я потреплю нервы дымичам и алтайцам. У них там еще лед стоит, а тут такое. Жалко, что, конечно, нечестное, но мне нужна была одна щука. 10,5. Честная десятка. Фух. Вот это, конечно, да. Фух. Успел до запрета порыбачить. Ну что, ребят, такая вот щучка у меня. Огромная, толстая. Рыбалку на этом свою буду заканчивать. Несмотря на то, что еще можно рыбачить. Но сегодня и норму взял, и все, что я от рыбалки-то хотел, я получил. Просто дикое сопротивление, просто на нервах. Кое-как достал. Руки до сих пор так вот все потряхивает. Адреналинчика хапнул. Если честно, сегодня думал, что будет все очень печально. Утро началось такое. Встал я по рыбе, в эхолоте видел ее, стояла. Встал перед ней маленько сбоку. Забросов 5 сделал, ничего не было. И потом ее попал, видимо, на нее. И маленько зацепил. Ну что поделать. Чудесная погода, птички поют. Огромная рыба. Получил просто массу эмоций. Сейчас буду собираться и отправляться домой. Хвастаться друзьям. Андрею. Андрей, тебе привет. Андрей рыбачил здесь позавчера один, поймал одну щучку килограмма на 3 и все. Следующая рыбалка у меня будет уже в июне, после запрета поеду на окуней. Ну а на этом у меня пока все. С вами был Сергей, канал Рыбалка на Хищника. Пока. Алло. Андрей, привет. Поймал. Я поймал. Ну большую. Ну как ты думаешь, какую? Что ты звонишь? Судачок 700 с копейками, окунь такой же 700 с копейками грамм. Еще щуку взял. Так. Ну давай угадывай размер. А ты когда ее поймал? Вес. Только что. Скажу сразу, она нечестная. Забагрил? Ну блин, дала так прям как тунец. Ну что, если забагрил? Ну под передний плавник, не знаю, либо атаковала, либо что она. Без поклевки. Да. А ты ее взвешивал уже, что ли? Да. Да я на берег вышел, я ничего уже смысла рыбачить никакого нет. Я домой поеду сейчас. Почему? Ну а все что хотел, я получил.